Приветствую наши подписчики и просто зрители нашего канала. Сегодня я хочу продолжить такую тему по буковым ножкам. Как вот их присаживать. Сделал я вот такую приладу, приспособление, можно сказать. А столкнулся вот с чем. Вот до этого я вам показывал буковые ножки, как устанавливают на них вот эти болты сантехнические. И как бы проблем у меня не возникали. Вот так вот. Засверливал отверстие и все туда ворачивал. Все было четко. И вот приобрел я буковые ножки. Вот такие вот. Конусные. С одной стороны 90 градусов, а здесь конус вы видите. И вот одну ножку, как не пробовал я дрелью засверлиться, в итоге получилось. Давайте поближе посмотрим. Вот с одной стороны получилось, а с другой стороны ушло. Вот так вот. Вовремя это дело я все бросил. Если все ножки, допустим, вот поступил заказ на 4 дивана, 16 ножек, если вот все 16 ножек будут они под разными углами, это не есть хорошо, вы сами знаете. И вот сделал я такую приспособу. Сейчас я вам покажу. Все просто. Находим отверстие. Все, конечно, до этого я выставил. И вот таким способом все 16 ножек можно аккуратно засверлить, друзья. Все четко, друзья, получается. Всем, кому было полезно это видео, подписываемся на наш канал, ставим пальцы. Всем пока.